И, конечно, одна из задач, я думаю, которая стоит и перед университетом, и перед государством в целом, это поддерживать таких ребят. В императорском зале Казанского федерального университета состоялось открытие второй всероссийской конференции «Профессиональное развитие обучающихся и трудоустройство выпускников» совместно с МГИМО МИД России. Основной вектор мероприятия направлен на то, чтобы найти и подготовить специалистов, конкурентоспособных как на российском, так и на международном рынке труда. Приоритетная задача российского высшего образования, которая требует обсуждений и понимания ключевых аспектов такой деятельности. Поэтому сегодня у нас в нашей аудитории присутствуют не только руководители центров карьеры и представители университетов, но и студенты. Мы поделили мероприятие на несколько блоков, и первый блок юридический. Мы будем освещать юридические аспекты трудоустройства, причем не только для российских граждан, но и для иностранных студентов, потому что мы считаем, что иностранным студентам тоже было бы полезно начинать работать уже сейчас и выстраивать свою карьеру здесь, несмотря на то, что большинство из них в целом уже понимает, куда пойдет дальше. Центральной темой конференции станут роль и функционирование центров карьеры в двух парадигмах – российской и международной. Выстраивание профессиональной карьеры для студента и выпускника должно учитывать эти два аспекта – находиться в постоянном взаимодействии с работодателями, как государственными, так и частными структурами, общественными, профессиональными организациями и консалтинговыми агентствами. И для нас очень важно ознакомить вот этих ребят с тем, что же им предстоит узнать о своей будущей профессии. У нас ребята будут участвовать в гибридном формате, это онлайн-подключение, и в очном формате наши студенты принимают участие. Студенты совершенно различных направлений подготовки, по всем 13 направлениям подготовки у нас будут представители, ну и различных курсов. Напомним, что с организаторами конференции выступают Казанский федеральный университет, Московский государственный институт международных отношений, Министерство иностранных дел России и Общероссийская ассоциация центров карьеры. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. We'll be right back.